Ничего не делаешь. Ну все. Все, можно не пользоваться. Аккуратнее там рыбачить. Все сетки посмотрим. Нет? Сетки. Трудно было. Блин, тоже боишься, когда они телефоны замерзли. Ты, наверное, привыкший. Да, у меня уже не сгорает, а загорает наоборот. Очень не страшно. Это Дима, ласки не потеряй! Все-таки мои! Ласки мои не потеряй! Угощайся! Ой, спасибо, Лик. Ой. Крем, держи. Они такие же. А я думаю, что за белая рыба такая. Нет, это какая-то рыба. По-моему, это раз. Это называется черноморский сек. Аля. Оставь ракушку, сними нам. Ну раздевайтесь. И много воды. Раздевайтесь, купайтесь. Мы там же высыпались. Новая вода, кто это ответил? Это нормально? Да. Когда мы пришли? Это вчера. Его на машине. Ну, плохо мы кухню получили. Давай быстрее, мы сейчас будем встречаться. Да, барабулька, а вот что лучше? На работе с двумя ногами или в море с одной ногой? Лучше в море с одной. И на больнице. И заработал вообще. На каждое лето ломать по ноге. Потом вовремя ломать, перед сезоном. Со мной парень работает, когда сроки пожелают, Ну, бери. А то ж как вот, был на море рыбу. Рыбка уплыла. Ну, я нашел в грешной доме. Горбыли, целая стая. Ну, да, так я испугался, что копьёнка сидела. Слушай, а если вот... Да, плашечки, мам. Там кладем. 170 атмосферных, сколько там? 250. Ну, а здесь 150. Это маленький. Такой большой подкачет. А что вы подкачиваете? Нет, там посчитать.
Почувствуешь? Дышать трудно стало. Правда, что почувствуешь? Нет, где-то еще 4 вздоха останется. Меня дышит. Она дышит. Надо же, отстань. Ну ничего, у нас тут даже и судят. Он, наверное, на плиту стоит. А я не готов был убить. Он меня увидел. На следующий день целенаправленно иду под эту плиту. Ёлки. Еще, ну небольшие, один вот такой вот где-то был, а остальные такие, целая стая такой. Вот они красивые. Смотри. А эти зеленушки водятся? Зеленуха здоровая здесь. Зеленухи там на спутнике их пишут. А здесь одна мечется постоянно. Перепуганная. И Коля что-то не видит, отошла. До этого что-то было, что-то было. Она дышит еще. Таких парочку видел, туда шел два сидели, назад иду, смотрю. Паш, куда ты собрался? Там нет кислорода. А? Кислорода нет. Да его там никогда и не было. Нормально. Ну ладно, я тут же у тебя воздух или воздух? Воздух. До 30 метров идет чисто воздух. А я больше 10 будет. Не ешь майку. Или полотенце. Я испугался, что копье потерял. Это самодельная титановая. А то обычно вот штатаешь. В Турцию. Thank you.
Очень хорошо. Так, время.
сидит. Алло! Слушай, а что мне ХЛО там написано? Сейчас видеоинженер подойдет, он Thank you.
конечно. Ты вышел в свою воду? Папа, не надо. Иди купайся, Дим. Да. Спасибо. Я пока лимонадик у папы делаю.
Дельфины. Вон, где чайки там. Далеко, а были прямо тут. Да не. Все, хоро, далеко. Над Абхазией идет дождь, стеной причем, ливневый такой. Все, кругом. Давай, в последний раз и домой. Как? Вот так, сейчас дождь будет. И гром гремит. Ждем приближения дождя. Сейчас все мысли направлены на то, чтобы придумать какое-то средство, чтобы... А? Ну и что? Жалко, что ли? Чтобы спрятаться от дождя. Есть возможность спрятаться
песке. Вон там. Есть возможность спрятаться в воде. Вон там. А мы не будем. Да, еще можно в трубе в той спрятаться. Там хорошо, и в ней крыша точно не потечет. Блин, чайки такие белые. А там еще чайки. Но они... Да, точно. Сейчас мы их тоже снимем. Как это... Эль, как у Горького было в песне о буревестнике? Там все стонут и страдают, и чайки а тоже. Там черные, видишь? Где? Вот эти. На воде. На воде? Плавает что-то, да. А смерти нету? Не знаю, сейчас дождем. Слушай, даже смерти нету, тоска. Ладно, давай. Но цвет моря поменялся на какой-то зеленый, глянь, Эль. А вон смотри, вот прям. Вот он, вот лежит. Вот смотри, вот правее вон того буйка. Я нет, я тебе рассказываю. Правее того буйка. Не-не-не, это интересно. Thank you.
А вон в небе дырку видишь? А, да, да. Вон она. Сейчас она сузится. Вот она, дырка. Вон. Сейчас Сочи. Нет, грозу все снимают. Вот вода, пятно. Вот, видишь? Снимаешь? Пойди, а колонист зашел. Зато, Павлик, приедете, если вот получится, на следующий год, приезжайте к нам на выставку пива. Вот там мы оторвем. Обычно бывает с 18 мая по 24. Каждый Павлик, это что-то. Вот. Ну, понравилось вам на ночь пожрать рекламу? Там цивильно. А тут идет такая, знаешь, дискотека такой, знаешь, вот разгул народный. Это что-то. Гуляют по полной практике. В Москве у Лужниках там дикие вот эти дела там. Народ лежат там. Ну, в Москве, говорят, по сравнению с нами. Покажи личико. Москва, говорит, вообще половина того нету, чего у нас здесь творится. Рапанчиков. По стаканы, все. А по колено на площади, представляешь, пройти нельзя. Вообще кошмар. Утром приезжают машины, убирают, выбивают все. Делается все, порядок, чистота. И по новой. Я думаю, что так тихо, мужики уехали рядом были. Голова такая, как у девочки, кукольное такое выражение лица, реснички. Это надо видеть, конечно. Бесподобная собака. Где была? Мальчики эти, вернее, это самое. Выгины вот этого кошку завели там, ржавую. А ту рыжу, да, котенок? Ага. Нахали, зараза, это вообще. А выгнать бесполезно, залазить. Вон, что он раз туда уйдет. Видела кошку. Сейчас бы по такой тихой воде по кругу пройти можно было бы. Молодец. Слушайте, мы приехали, есть окорочка. Или можно сладкую воду взять? Да, можно. Налей стакан, лимонад.
Тоша? 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 Стакан дырявый дала, Лена. Да ну тебя наши клетки. Но не видела, что это надо. Это вирусная. Она так себе видит. Она стоять тебе. Она хорошо ходит. Не зарубается. Вот мои посудили. Это жадность. Она все как раз. Она перед тобой. Наверное, Моргай. Аккумулятор кончается. Иди, Дим, купайся. Иди, купайся. Ну, пошли. Идем. Иди, Дим. Yeah.
зачем? Ну давай. Ты уже сумму подумал. Привет всем. Давай, Димуся, работай ложкой. Там тебя пальма ждут. Сейчас перестали спрашивать, да? Нет. Ну, не сразу, очень не выстроится. Сниму. Куда тебя уносит? Ты любимый. Ну отдыхает. Отдыхает, маленький, отдыхает. А зубы будут белые-белые. Да ладно. Чего там? Шашлык вкусный какой был. Чем был? Он есть. Еще есть, но. Ну. Чего? Нет, не вообще хорошо, я от него усталость такая. Не говори, ой, расслабуха страшно. Ну зато хорошо, расслабь. Ой, вообще невозможно. Давай, давай. Держи.
так вытерпит. Новая мода собака ест арбуз. Я уже еле пою, сгибаюсь. Сигал надо. Где? Лес. Дай мне. Зай. Пусть не осталось. Тоже смешно. Этот кадр надо заснять. Собака арбуз ещё. Грандель, Саша, погружайся. Пап, ты собираешься погружаться за видео? Мама собирается искать, а потом искать дрова. Вот папа погружается. Я его снимала. Да их тут море. Мне кажется, он сразу вздыхает. Выбросила я. Да я его тоже без понятия. Я сказал, что вообще вижу. Вроде их и не было. Люди тоже только не знают. Ну, толком хочу знать, как не знаю. Я все равно без него. Илюх, ты где был? Пиво пил. Ну, Саня так орга не знает. Зови его. Сань! Сейчас посмотрим. Так, кто у нас за рулем стоит? Илюх, ну ты и пиво пил.
Слушай, а у тебя ж Мерседес был. Усох без пива. Усох. Вот чтоб самому не усохнуть, пивом заливаем. Вот молния. Кадр. Дождь еще далеко. А это дело 20 минут. Купайся, нет? Под молнию купаем. Ну, заметно. А, загорал? Это, 20 минут, ну все. Да. Значит, дождь нас... Чего-чего, 20 минут? На купание, 20 минут нам отводят. Ну, а то вы на Вовку-то под дождем. Ну, я тебе хочу сказать, что я один раз купался уже с одной человеком. Как дождь, мы с тобой, мы даже не успели близко. Он был далеко, далеко, и вдруг бац! Пока мы выскочили, добежали до ангара, до лодочного. Ну, уже все. Что, снимаешь? А вот это барахло, что осталось с тобой, да? Все мокрое, насквозь. Дима, у тебя камера шатается. Димка, ты снимаешь или нет? Хорош. Ну давай,
Кадр попало, интересно. Попал. Да, наверное. Сказали, температура морской воды плюс 24, а вот небо пасмурное, ну и ничего, зато в воде тепло и хорошо. Погода испортилась. Не качай камеру. Покажись. Покрасились. Ты хочешь больше или нет? Нет, не покрасились. Так, Оксана готова? Готова. Ну, счастливо. Отлично. Оксана, вы... Ну, вы хоть улыбайтесь, молодые. А можно что-нибудь взять? Подожди, надо что-то все дело заснять на камеру, чтобы потом можно было улечить. Улечить, да. Это вещдок, видишь?
вещественное доказательство, а потом не отвернешься. Серега, застегни эту пуговицу, чтобы более такой длинный. Ну вот, нет, верхнюю как раз таки не надо. Не надо застегивать. Так, все. Только самую, Сережа, да? Самую нижнюю. Ну, ты посередине расстегни, самую нижнюю расстегни. Угу. Вот так вот. Так свободнее будет, так нормально. Виталь, тебе тоже можно. Ну да. А? Что-то не поддается. Еще чуть-чуть. Нет, давай рукой. Правильно прицелиться надо. Угу. Самое главное прицелиться. Ну да, я пока. Ну, готовы? Опа! Виталий, убери спереди бутылку, чтобы паска не мешает. Нормально. Это на счастье, это точно. Чтоб чаша полная. Да. Ну что, поднимай бокалы? Ну, поднимаем. Сейчас подружки и друзья. Да, да. Для родителей. Все? Да вот я думал, продешевили мы, наверное. Да, Ленка, продешевили. Да, такую красавицу. Мы еще и не выпустили. Вы вас там дошел. До ЗАГСа дойти. Еще надо себе. Уже, да, уже легче. Уже как-то вместе с подружками. А на свадьбе что, невесту не будет воровать? Вместе с подружками. Воровать? Говорила тебе, говори. Хорошая идея. Ну что, за молодых отпущено, да? Воровать, говорит. Это самое главное. Вкусно. Надо было бы до конца. Да, до конца надо, до конца. Нет. Теперь, наверное, да. Нужно с родителями, с родителями. Привет. Все готово?
Глянь, получилось. Кадр классный. Виталя, ну сходи кому-нибудь, сходи просто. Так уже все, уже найдем. Сам уже все. Родители есть в ЗАГСе? Есть. Родители. Родители, пожалуйста, за парой. Подойдите. Чуть-чуть поближе. Ставьте, мама на них. Родители, пожалуйста, за парой. Я сейчас буду дверь открывать. Пройдите сюда.
взаимной любви, супружеской верности, единства. Обменяйтесь обручальными кольцами. Уважаемые гости, поздравляйте супружество пары. Thank you.
Посчитай, Наташа. Нет, попробуйте. Ну, а возле шагов туда был? Мы тут уже подойдем, все правильно. Что вы должны сказать? Что-то сказать, наверное. Я не знаю. Скажем, что благословляю. Да. Благословляю. Хороший дом. Шарики тоже отпускать. Потом, шарики потом. Отпускать? Не знаю, потом отпустите, наверное. Хорошо. Да нет. Так, сейчас подождите, я уйду на конец моста, потом пойдете. Шары отпускайте? Да, да. Отрезать. Зачем же отрезать, если есть сила? Отпускай. Пожалуйста, проходите. Здоровья, веселья и первый тост, дорогие мужчины. Я попрошу вас ухаживать за дамами этот вечер. Наливаем, пожалуйста, шампанское, бокалы с водочкой мужчинам. Итак, пожалуйста, ухаживайте. Сегодня полностью за этим столом. Так, что? Дорогие родители, от лица молодоженов хочу вам пожелать здоровья, счастья, терпения, чтобы вырастили не только таких красивых детей, но и поддержали их, чтобы они растили таких же красивых внуков, таких же красивых и здоровых. Счастья вам, здоровья и терпения. Дорогие родители, давайте выпьем за родителей. Так, рюмочки не слышно. Слово.
О, ящик у меня тоже хороший. 900 рублей, раз. 1500. 1500, девушка, 1500, раз. 1500 или 50? 1500, раз. Две даю, две, раз. И все. Две, два. С ящиком, с ящиком. И две. У меня там документы на машину остались. Три с ящиком. Нет, от машины еще лежит документы. Вы что? Еще и деньги. Две. С ящиком. Раз. Две тысячи. Два. Две тысячи. Один. Две тысячи один. Нет. Две тысячи продано. Итак, пожалуйста, подойдите. Денежки мне сначала. Две тысячи. А кто сказал? Так, да, вечером, вечером деньги, утром стулья. Самый главный тренажер для женщины, вечно красиво быть стройной. Не пригодится. Очень отлично. Главное, гонять не тоже нужно, если свернуть. Сейчас погоняй. Пожалуйста. Так, ну и что? Что у нас еще здесь есть такого самого? Надо поднять то за счастливчика. Так, да. Я думаю, да. Да, за счастливчика, да. Пожалуйста, нальем все бокалы. Итак, я думаю, сторона левая. Все смотрим, узнает он свою супругу или нет. Ну, кольца на всех руках. Я украшения не снимал. Слушай, тоже. Ну, ну, Серёж, давай. Так, ручки не опускаем, не опускаем ручки. Серый неплохой. Серый. Работает. По кольцу ищет. Там все шестой. Тепло. А подсказывать можно? Серёжа, очень тепло. Давайте посмотрим. Молодцы, ребят, можно, пожалуйста, свои заявки? Мы умеем.
гуся, гуся. Ай, тут сейчас опять не прогребешь. Костя, привет. Эля, привет, зайка. Лена. Тетя Эля, здравствуйте. Все, мы сейчас с папой пойдем. Так. Вы не из Орла, случайно, не? Нет. Нет? А мы из Ростова. Орловские казаки. А мы им Мценские. Да, вы из Мценска. Очень приятно. Я нового поведения.
Да. Кому? А женщины вообще как в бильярд играют? Хорошо? Нет, я чувствую себя прирожденным. Это сейчас не московская, да? Не-не, чисто американка. Каждый шалом, каждый. Андрюша, вот ты быстрее. Вот они. Иди сюда, сюда. Вот он, да? Костя, ты не там он подсказываешь. Да ладно, ничего. Слушай, я шмакнулся на бой. Заболел. Он тут шашка сходит. Мне сегодня липс первый день снял. За это надо выпить. А чипать? Не возрасло. Слушай, ну правда, а что такое туман, а? Не пойму. Вообще ничего не вижу. Ой, я бы давно забила. 1.85 метра прыгала. Как-то раз сказали всю. Один шар забит. Ты. И Вика. Теперь женою стала ты ему. Пусть теперь он любит лишь тебя одну. Парень он плечистый и лицом пригожий. И ты у нас, невеста, краше не найдешь. Так пускай в семье будет мир да лад. Детки подрастают и деньги шелестят. Чтоб наша ладья не разбилась о быт, не надо таить друг от друга обид. Не надо детей заводить слишком рано, не надо бояться любить без обмана, не надо свекровью и с тещей ругаться, не надо бояться без денег остаться. Хоть в первые годы нельзя быть занудой, но часто нельзя бить на счастье послушно. Не надо быть ловкой, где надо быть храброй, не стоит быть тряпкой, где можно быть шваброй. Мужья могут вынести боль и ранение, но очень не терпят они унижения. Чтоб лодка любви не дала бы вдруг течь, старайтесь взаимное чувство сберечь. Его не заменят ни тостов шум звонки, ни мебель, картины, ковры и дубленки. Все это не главное. Главное – плыть. И в лодке любить, помогать и дружить. И если придется вам вдруг разлучиться, чтоб было желание друг к другу стремиться, пожалуй, и все. Но еще что вам нужно, чтоб жили вы долго, счастливо и дружно? Вам нужен ребенок, один и второй, и будете вы полноценной семьей. И еще. От имени всех. Молодых хотели бы пожелать радость, разлуки или горе, вечный путь, первого объятия, забывая о последней истории. Лишь бы жизнь и жизнь вам так не нравится. Родив праздник, а просто там не кажется. Так пожелаем же всем миром вновь. Совет вам, счастья и любовь. Горько! Считай, в каком ты классе? 4, 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
пожалуйста, вот в этой большой красивой открытке подойдите и напишите ваши пожелания или оставьте автограф. Пусть это молодым останется на память. Все, кто может написать что-то. Вера, Володя, уезжайте, можно подойти. А вон, на улице сидите. А вас номер? Еще раз? Вы номер два. Давай. Там мне что, держать что ли? Конечно. Конечно. Торт – это святое. Да не пойдем. Лебеди. Все, бросай. Режу же. Останови их заморочек. Есть заморочек, да? Без проблем. Не пойдет. Я тут надавливаю, могу. Держи. Держи, торт режут. Но они не могут тебе найти резать. Ёшки ты такой. Кто больше съест, у того и сладкая жизнь будет. Правильно. Вот так вот. Да. Ну что поделать? Ешьте тут. Давай, давай, режь, режь. Останься, Сергей. Старайся. Еще давай. Уже его унесли. Ну совсем зарезали его. Все нормально. Все нормально. Лебедей пощадите. Да. Сейчас разрежу, ты тогда будет горько. Да горько! Вот тот потом! Горько! 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 Целуем здесь! Вот! Вот! Еще! Нормально! Дай ложку каждому! Дай горько! Что ты нам будешь? Ложки давай, будем ложками. Зацапала и рыбы, да? Так, самому малому ребенку. Вот тут все. Домой еду. Леночка. Ничего. Все, кем нравится, не с верой, не с верой, не с верой, не с верой.
тебя выходит, понимаете? Это не тебе. Ну, не собака, это не надо. Ну, будет третий, если есть, тогда что давай, 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 вверх. Грей воду. Уговорите меня! Миш, тебя не все равно не уговоришь. Эля! Ты какая? У тебя какая? Тоша, тебя не пускают. Стаканы-то, Тоша, я не пищащего. Я это знаю. Поздно. Отнимай у него. Ты что, хулиган? Ну, ты больше что? Что уже, Люда, ты отжрал? Вот, Тоша. Он сейчас перекладывает. А где ты без бога? Тоша, адский хулиган. Ну, Тоша. Это когда не полностью, а нет, или что? Это не точно. Не ошибся. Мелкая реснинявая собака. Ну, там а у меня, может, еще интересней будет. Нет, не за то говорят, что интереснее. Там фильм снимает. Ну, понятно. А где фрагменты? Ну, вот я говорю, они, эти фрагменты, вот, могут быть такие моменты, там, да, очень... Шашку возьмем в гараже. Вот тут как идут. Ушел. Так, наезд. Дальше поехали. Ма, можно я помидирую, а? Это вот это кто? Ты будешь? Так, все, это выбрасывай, да? Положите. Лена, помаши ручкой. Вот нет, тут кошка. Леночка, иди, бери. А можно я вещи-то, да? Можно я хвостик? Помаши ручкой. Леночка, здравствуй. Люда, ручкой. И я грязной ручкой. Миша, лапой. А костер сняла? Конечно. Где он? Нет, не сняла. Короче, баклажаны поджаренные уже почти получились. Я спиво буду. Сейчас мы приближаемся и показываем свои розы. Эх, бочка. Елечка, привет. Сейчас мы сделаем. Нет, пивом не надо, пивом не надо. Ля, уже сколько. Ля, да так, пусти это, да? Наташа, снял, горел твой гармонист. Ну, дырочка, дырочка. Маленькая дырочка. На тур.
Сожгли с машиной. Враги сожгли родную хату. Убили всю его семью. Куда пойти теперь солдату? Куда нести печаль свою? Пошел солдат широкое поле. Хата лишняя горит. На перекресток люди. Садюй. Куда взять пиво? Слушай, какой шашлык красивый, а? Сам кушал бы. Сам огурь кушал. Дайте пивка, Вера Николаевна. Вы же видели это. Зажили! А потому что она мокрая твоя. А сейчас выйдет влагу. Будь белая. Да, ну, ну опять ты буду Нет! Баклажаны идем уже. Миш, елки-палки. Это без херов. Давай, пошли лучше сюда. Ой, красотища! Подвинь его, сейчас упадем. Вот. Но ребрышки подгорать все равно будут. Пойдемте немножко повыпиваем. Кто себя обиделся? Что, нравится? Говорю, мне очень нравится. Ради одной кусточки, и три кусочки. Пускай идет холодный, не знаю, солнышки какие-то. Ага. Чего там? Видишь одно такое по центру. Пятно. Облако? Не, на солнышке пятнышко. Видно, классно. Не, вот по центру. Ты знаешь, мы первый день подходили. Это Марина, мне вот много. Кефаль. Да. Чувак. Чувак. Чуварка. Чуварка. Чувак. Самолет садится. Еще самолеты снимать. Они с Москвы тащатся. Убогие, несчастные. Да, там аэробус несчастный летит. Ты сказал, упаешься? Самолетик. Видал, баба хитрая, а? Чужому мужику все увидела, своего сделала. Фоменко вас бутылкой. Нечего понаглядывать. Все, вставай. Самолет уже улетел. Ля-лянь. Как это называется? Дорофей. Да нет, сумо. Смотрите, а вот это у тетя Веры моя. Глянь, какая я красавица. Ее вылою. Глянь, какая. Павлик, нормально получится, а? Темновато, но ничего. Да? Ой, Миша, о, смотри, какая красивая. А давай поближе подойдем. Давай, подходим. Ты что, это моя сила? Ой, дядь Паш, видите, глянь, какая? Какие красивые, как звезда. О, глянь. Не, пропадает. Это тоже. Освещение. О, классические. Смотри, красивые, вообще. Красивые. Вот они.
Да? Ну, подозрительно, что все очень зеленые. Да. Вот натюрморт. Смотрите, там вокруг все рыженькие. Виноград только что сорванный. А как же? Пузырь уже на чуть-чуть ополоснили. Побежал. Надо выглядеть. О, вот это ты нафасонился. Паша, наливай. Раз, два, три. Раз, два, три. Налил. Натюрморт не готов. Сейчас я нож принесу, арбуз порежу. Что это? Ты туда-сюда? Ну как, движение... Массаж это хорошо, но нормы тоже знать надо. Массаж какой-то такой сильно эротический. Мазохист. Мазохистский, да. Резал кожаные ремни. Головки массаж самый нежный, самый нежный должен быть. Затрепал кошку. Трепала. Это Долли. Куда? А то Пуся. На ковре выступать. В красном поясе это Толи. В синем углу ринга. Пуся. Зря их сильно не взяли по борьбе. А смотришь это? Да. Только показывает. Песенку споет, наверное, смотри. Балдеть, это глаза закрывают. Действительно, массаж. Еще жизни не хватает, наверное. Ой. Я в норму знать. Я же не взрослая. Ой, все это, все голова впадет. А тут он не отказывается, ты видишь. Полный тюнинг. Что такое полный тюнинг? Тюнинг? Ну, нет, влепили все фигни. Это я знаю, что такое. Нет, что такое полный тюнинг. Все, что можно было прилепить, прилепили. Я сегодня какую десятку в бадере видел, или вчера. Там боковые это самые панели, ну, в смысле, наружные кузовы. Все сопротивление. Сейчас они поцелуются. Сейчас массаж будет продолжен, с большей интенсивностью, по-моему. Угу. Ушко, ушко. Сначала ушко. И тебе и живут, как кошка с собакой, да? Всем бы так. О, все тело массирует. Тайский массаж. Слушай, это надо послать куда-нибудь. Да подальше. Не, а вон эта передача, ваши любимые животные, по ТВ-6. Пожалуйста. Он скомментирует, да? Так, лишь камеру, что которую нам подарят, делим пополам. Вот это я заберу, а ты возьмите новую себе. А она, что интересно, массаж десен себе успевает делать. Так, от мягенькую кошечку. Смотри, как зубки почистит. Рекламу зубной пасты можно сделать. Ёжика бы ей. Ага, это точно, зубочистка вот. Кошечке все меньше и меньше нравится это. Девочки. Уже надоело. Может, разослать их по-разному, да? Да пусть, Саша. А пленка кончится еще. Да, ничего. А, это вам процесс от начала до конца. Да нет. Сапал коротко. Почему бы и нет? Бабалов, спасибо, спасибо. Так, оплатим себе. Сопротивление возрастает.
Мама. Мама. Не слушается дочка, да? Хвост глядит туда-сюда. Конечно, он живот надавило, будет там пахнуть. А часто так? На виду, на глазах нет. В укромном месте, да? В укрытии. Сама тоскует. Ну, вообще, знаешь, или в интернете... Глошек ищет, смотри, а теперь кошечка затолдела. В интернете дешевле. Сними нас ботаников. Исследователи животных. Здравствуйте. Мы продолжаем нашу передачу о жизни животных. Смотрите туда. Гладиаторские бои. С песнями. Блинными. Наблюдайте. Старинная народная забава. Борьба с массажем. Зерка в рот. Ой. Не пущает. Ой. Петя уже сзади. Сними эту бригаду. Убил. 180 градусов назад. Паузу поставишь, голову не откусит. 180 в любую сторону. Иди до кучи. Иди на помощь. Борец за справедливость. Жарко обнимала ты, только не забыла. Сказка та же. А Петя видит такую несправедливость, ну и возмущается. Уходит. От меня еще никто не уходил. А массаж? Я говорила, это дорого стоит, но эффективное средство. Поэтому терпи. Ну что, отпускать? Да не надо, подожди. Я замучилась. Ряд стартового, простите, не последний, а следующий ряд, естественно, шестой стартового поля с Дженсоном Баттоном. Дальше Александр Вурт и Эдди Ирвайн. Александр Вурт, надо заметить, что учитывая то, что практически не удалось ему потренироваться, как мы уже говорили, за все время уикенда, показал очень неплохой результат, очень неплохой 13-й результат. Эдди Ирвайн в итоге вырвал таки это 14-е место и в очередной раз смог опередить Херберта. Ну а дальше Сало и Зонта. По-прежнему Зонте не удалось, Сало и Денис. Денису не удалось на последнем круге превысить результат Сало, и два партнера по команде Заубер будут стартовать с 8-го ряда. Между ними лишь 0,002 секунды. Дальше Рикардо Зонта и Джонни Херберт. Что же касается 10-го ряда, то, к сожалению, два просто смогли опередить на этот раз только две Минарди. Ализи и Хайфельд на 10-м и предпоследнем ряду стартового поля. Жене и Мацаканы на последнем. Но тут уже мотор Пежо явно намного превосходит на длинных прямых автодрома Национале Ли Монца мотор Форд Минарди. Итак, нам остается буквально несколько секунд, но этого вполне достаточно, чтобы напомнить вам, что завтра в прямом эфире на всей территории Российской Федерации вы будете смотреть Гран-при Италии, 14-й этап чемпионата мира Формулы-1 на канале РТР, российском голосе Формулы-1. До встречи, друзья!
вечер, дорогие друзья. Мы все с вами находимся на очень желанной встрече. Вечер наш сегодняшний один из самых желанных. И сегодня нам подарили этот вечер. Хочу пригласить сейчас на сцену первых виновников этого фестиваля, Ирину Шевчук, и с ее необычным мужским гаремом Мережко, Малышева и Новоженова. Добрый вечер, дорогие друзья. Ощущение такое, что мы приехали к добрым нашим старым друзьям, в общем-то, почти родственникам. Сереженька, пожалуйста. Я вначале приглашаю к микрофону вице-президента нашего фестиваля, генерального директора Госфильмофонда России Владимира Сергеевича Малышева. Дорогие анапчане, к вам приехала элита кино стран СНГ и стран Балтии для того, чтобы порадоваться вместе с вами, что кино живо, что кино развивается, и посмотреть новые красивые фильмы, все эти 10 дней быть с вами и радоваться творческим встречам. Хорошего вам настроения! 9-й открытый фестиваль кино стран СНГ и стран Балтии объявляю открытым!